Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай. Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. Если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну.